Сегодня мы знакомимся с третьей частью комплекса, который сочетает в себе дыхательную гимнастику и базовую технику карате. Как обычно, на втором вдохе мы наполняем живот воздухом, а на выдохе понижаем центр тяжести. Сначала расслабьте колени, опустите центр тяжести, уроните свое тело назад, восстановите баланс с блоком агиоке. Поворот бедер вперед, удар гиакуцуки. Сложное движение бедер, вернуть бедра во фронтальное положение, удар дзюндзуки. Подтяните бедра друг к другу и потеряйте баланс вправо, сделав блок биданбара и сразу следом за ним удар чокуцуки. Подтяните бедра друг к другу, потеряйте баланс назад, восстановите его с блоком агиуке, гиакуцуки. Сложное движение бедер на месте дзюндзуки. И снова биданбарай и чокуцуки киай. В сегодняшнем комплексе есть два интересных момента. Первый – это преднамеренная потеря баланса для того, чтобы использовать всю массу своего тела. Второе – это удар дзюндзуки, в котором необходимо держать бедра во фронтальном положении, так же, как и при ударе гиакудзуки. Пусть ваше дыхание течет изящно, как река. Чтобы овладеть дыханием, нужно контролировать тело и ум. Повторение техники карате помогает изучить свое тело и найти контроль над собой. Наблюдайте за своим дыханием. И пусть занятия карате помогут вам оставаться здоровыми и сильными.